Кринж ТикТок. Конечно, чел. ТикТок там чуть ли не по полмульона там собирает. Я у мамы кофе заказывал. Где мое кофе? Случилось то, чего никто не ожидал. Моя сестра смотрит Влада бумагу. Я говорю, что деградируешь? Что там за напиток в этот раз он угадывает? Типа вот, ну, наверное, такие, как и сестра моя, и набирают такие просмотры. Такая, я смотрю Юлика, я смотрю Мармока и Содяна какого-то. Кто такой Содян? Ты... Ну, Юлик нормально пойдет, да? Снимаю я видео в ТикТоке, снимаю, и их никто не лайкает. А если я вам кота своего покажу, то вы лайкните? Да. Мало того, что у нее ебота, как у Кенниса, грустная, так у нее еще и брекеты, чтобы вы знали. Так она еще и пиво в разлив тебе в рот наливает. Зарежу, если ты не скажешь, из какого ты города. Нет, ты высь, я Джокер. Говори. Какой ты Джокер? А ну ты чудик какой-то. Ловушка деда. Чудик какой-то. Это реально чел такой, блин. Погодите секунду, я немножко не понял. Это такая маска? Почему у нее первое, монобровь, второе, усики? Ладно, к усиками у женщин я еще привык. Вот тут растет, и вот тут еще щетина снизу. Это маска, наверное. Когда мало бумаги, туалет. Вот так вот мнем, вот так вот делаем. Чел, вот так. Ну понятно что, а потом уголком чистим на каток. Эй, йоу, 2019 чек. Я вышла замуж. Мне нравится, как музыка такая, да, идет. Перечисление каких-то моментов жизненных такой. В 2019-м я там, допустим, вышла замуж, родила, у меня погиб ребенок. И песня продолжает вот это вот. Так, погодите секунду. Это моя любимая телочка в ТикТоке, ну-ка. Мама, не уходи, они опять начнут это делать. Я в 6. Опять ты придумываешь. Спи спокойно. Бэ, ну тёлка прикольная, да, согласитесь? Наверное, я с её ТикТока фару. Она смешно делает. Но у неё все шутки что-то про ёб соседей и родителей. У неё не дот трах. Отвечаю, вот именно у этой девочки. Это уже третий ТикТок, который мы смотрим, где кого-то еб... Вспомнился видос, короче. Ну, чел, ну нормально ты бы её отперлил? Ну, честно, объективно. Да, по-моему, нормальная. Вы не разбираетесь в девочках. Вы чё, пацаны? Крашеное такое себе. Тихо! Мебро сказал, крашеное такое себе! Дядь, а ты вообще где-нибудь тёлок некрашеных видел? Такие существуют? Дома мать. Это Under Armour же, правильно, шмот? Так не жизненно, что это не смешно. Вот просто потому, что у нас нет автобусов, где есть USB. Фу, блядь, что это? Что это? Это... Так, вы мне можете сказать, это была тёлка или мужик? Если это тёлка, тогда почему она с голыми сиськами сидит? Я надеюсь, что это был мужик, честно. Это кто, Янго? Нет. Trying to keep it cool, but this bitch gonna make me act up. Nick your racks out, I will use my.
хочу твой бас даун. Я не даун. Это ты даун, если... У нее типа болезнь, но онкология. Я даун. I think my cat is on drugs. Нелли! А я еще думал, хуй, он типа прыгнул, и там какая-то струйка за ним полилась, типа что? Ой, мать. Это твой друг, 20 лет, его 14-летняя девушка. Но он реально ебнулся, я так скажу. Вот сальная башка, вот где. Это вы меня называете. Да вы сальные бошки не видели. Прикиньте, там же по-любому, но это как директ. Она типа записывает этот видос, и, наверное, ему прилетает уведомление о том, что кто-то снял. По-любому же так работает, так должно быть, иначе в чем смысл? Да, там так есть? Так я просто ни разу в ТикТоке не сидел. И он чекает такой, ой, это с**ка точно заигрывает. Так это свиномать, ух. Учился с тобой в одном классе, любил рисовать, не любил одноклассников, и на портфеле прицеплен значок. Это какой-то страшненький Джарахов, честно. Это первое, а второе, вроде тёлка-то нормальная. И я вам скажу, что если такого страшненького Джарахова полюбили, то вы красавчик. Меня этот чел бесит. Кто не понял, короче, я не модель, но многие люди говорят мне, что я бы мог быть ею. Типа, и вот он, типа, фотки дальше хуярит. Кто не понял? Это тоже, да, пахнет сразу? So what I have here is a cross-section of a real human thigh. Now, why I like these cross-sections is because it allows you to see a lot of... Я хуже, чем ты. Видео с Дэйди, чем проделим хана. Кратце. Разбуди меня. Так и есть, чел. Хорошо. И чё, в чём прикол? Это маска. Нового года не будет. Дед Мороз принял ислам. Принял ислам. Альхамдулилля. О, семья петуханов. Целлюлит на губах. На руках. Гудбай. И чё? Нихуя себе алкаш, блин. Вы когда-нибудь видели, что делают алкаши за бэкстейджем? Носит ваша подруга. Она еще типа, поняли, вот так встала, типа. Крышкой кверху. Мы встречались всего месяц, а потом... Это на червь из кого? Из людей в черном? То есть понимаю, что это за поза такая? Этот человек так не ходит, если что. Человек так не ходит. Брат, пойду покурю. Брат, зачем ты так много куришь, брат? А что, брат? Ну как что, брат? Ты что, не знаешь, что курение убивает? Знаешь, брат? Куренье убивает. Ой, что за говно? Мне выпилиться захотелось. Когда твоя девушка в Майнкрафте умерла и возродилась в кровати твоего друга. А ну
Как? Я вижу свой мозг изнутри. Ты называешь меня стерва, а ты не первый. Спроси у бывшего. I mean, where the fuck should I really even start? Что за кривляние? Почему у нее в жопе какой-то хвост находится? Это же жопный, правильно? Ты забыл подписаться. И лайк не поставил. Ты чё, ку-ку, что ли? Какая хуй, боже. Из Ростов, Москва, Екатеринбург. Черекрув, братуха! И чё? Трек древний. Говорите, что вы сейчас не почувствовали что-то в горле. Вот это прям, ну, чувство. Я посмотрел на видос, и видос с каким-то привкусом, когда проглатываешь что-то вот так. Да-да-да, прям с таким чувством. Чё? Там реально рыбка лежит, да? Да я понял, что это фэк, но это какая-то хуйня. Там апельсин, наверное, какой-нибудь. Чё за фокус? Это типа продолжение или это следующий? Эй, Нолан, what's up, dog? What? Oh. Он какает или что? She see money all around me. I look. Это смешно. Trapping out the back street, running through the patch like a trap me. Pull up with you. I really hate the trip, but I gotta low. As they go smoke fool, I'm the kind of ten prayers in the street light. Mental breakdown check. Винил по Майнкрафту? Ебать, у него рот открывается вообще. Товарищ Йода. Товарищ. I mean, where the fuck should I really even start? Типа нарыгает сейчас. Его надо в ванну тащить сразу, чтобы он туда блевал. What are you guys laughing at? Look at the temperature. Would you like a Sprite cranberry? Yeah.
Я что-то не понимаю, где русские кринжатины. Что-то не то вообще. Русские кринжовые хочу. Барбершоп, волосатые спины, блядь. Y'all really be afraid to moan in the girl's ears, but I'm out here like... Знаете, круто, да? Я не хочу сейчас идти домой. Ну, это просто вот капец. Pretty boy. А яйца похожи. Чуваки, кожаные ублюдки — это не люди, это вот эти кошки. Реально, кожаные ублюдки. Лысая кошка, что может быть хуже? Спокойно, я тоже нихуя не понял. Объясняю, он типа говорит, ну, 2019-й, 2020-й. Тут шутка про то, что она совершеннолетней стала. Все. А как это понять? Есть еще челы, которые такие, типа, идут, блин. Видят церковь и такие. Когда вы последний раз крестились? Я вот только что, например. До этого никогда. Welcome to San Andreas. Неплохо вывозит челикс. Walk a mile in these Louboutins. From. Киньте, типа, ну, он же, если бы реально взлетал, у него ж потом бы шнур выпал, бы разбился насмерть. Он не думает о будущем, дебил. Прилетел. И на ноги, типа. И сказал, нам нужно расстаться. На что я ему ответила. В жизни, как в шахматах. Потерял королеву, теперь наслаждайся пешкой. Реально. Вот это она ответила. Нереально, девочки. Просто вообще изумительный ответ, честно скажу. Очень умно, не по возрасту. Реально, потерял вот королеву, да? Наслаждайся пешками. И помни, что как бы пешки дохнут, а потом королева уже уходит, да? Потому что шах и мат, идиоты. Хотя бы с другой какой-нибудь игрой. Все же шашек ходят, но я не знаю, там еще что-то. Я не шахматист, понимаете? Просто, ну как можно потерять королеву, оставшись шашками? Это вообще как? Ой, чел, да, сейчас въебало там куда-нибудь в тарелку улетит. А, говорит, что вы так не делали. Закончились. Но что-то какой-то это слабая часть, потому что там американцев было до хуя. Так неинтересно. Я сегодня живу на кухне, кушаю сырники. Достижение года. Живу на кухне. Мать выселила на кухню.